Так я давно тебя не мучила, кстати. Привет, друзья, меня зовут Ира, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я тебе предлагаю выполнить кроссфит-тренировку вместе со мной. Для сегодняшней тренировки нам понадобятся гантели, мои гантели по 6 кг. Наша тренировка будет устроена по системе MOM. Начинается минута, и мы выполняем какое-то упражнение определенное количество раз. Выполнили, до конца минуты отдыхаем. Начинаем мы, конечно же, с разминки. Начинаем нашу разминку, наклоны головы вправо и влево. Медленно, мягко, аккуратно, вперед-назад. Круговые движения головой в правую сторону. Начинаем нашу разминку, как обычно, сверху вниз и в обратную сторону. Наклоны в сторону по 2 раза. 1, 2, 3, 4. Последний раз и добавляем руку. 1, 2. Меняемся. И последние пару повторений. 1, 2. Поменялись. 3, 4. Наклоны вперед. Тянемся, задерживаемся здесь. Потом уходим по диагонали вправо и влево. Еще раз. Вперед. 1, 2, 3, 4. По диагонали вправо и влево. Руки скрещены перед собой. И затем мы разворачиваемся в одну сторону. Тянем грудные мышцы с вами. 2, 3, 4. Продолжаем. 5, 6, 7, 8. Последние 2 раза. И 10-й. И круговые движения тазом. Сначала в одну сторону. Тренировка сегодня устроена очень интересно. Чередуются упражнения, поменяли сторону с весом тела и без. Поэтому тебе должна понравиться. Дальше зашагивание через препятствие. Сначала одну ножку, затем другую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И поставили ножки широко. Круговые движения коленями во внутреннюю сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И поменялись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили. Круговые движения голеностопов вместе с кистями. И поменяли сторону. Хорошо, разминка у нас окончена. Готовь коврик, гантели, водичку. И мы начинаем эту жестяную жесть. Мы начинаем сегодняшнюю тренировку. Первое упражнение у нас – приседания. Мы должны с вами выполнить 30 повторений. То есть мы выполнили 30 повторений. Сейчас я включу функциональную тренировку, чтобы посчитать, сколько калорий мы потратили. И после 30 повторений мы отдыхаем, поэтому каждый считает свои повторения. Хорошо, продолжаем. Здесь берем хороший темп. Но если мы выполняем упражнения быстро, не значит, что мы должны выполнять их с неправильной техникой. Помним, таз назад, колени не выходят за уровень носка, выдох наверху. Есть, 30 есть. Я считаю тоже, ты считай. Выполнил 30 повторений до конца минуты. Делай все, что угодно. Вторая, третья минута.
То же самое. 30 приседаний. Поехали. Каждая минута нам будет даваться сложнее, потому что мышцы будут забиваться. Поехали, поехали, поехали. Хорошо. Как твой темп там? Ты успеваешь доделывать вместе со мной? Угу. Приседаем, приседаем. Есть. Сделано. Чем быстрее ты будешь выполнять упражнения, тем больше у тебя времени на отдых будет остается. Поэтому есть смысл и поторопиться. Последний раз. 30 приседаний. И будем менять упражнения. Каждое упражнение мы будем выполнять по 3 раза. Если вам обычно строят тренировки так, что мы идем на выбывание, чем дальше, тем легче, то здесь принцип одинаковый. В принципе, ничего сложного, потому что одно и то же количество повторений, но из-за того, что мы будем уставать, выполнять заданное количество повторений будет даваться нам все сложнее и сложнее. Хорошо. Один. Я не должна тебе говорить свои повторения, чтобы тебя не забывать. Давай, Ира, давай, давай. А, как там ноги у тебя? Все, 14 секунд на отдых. Офигеть, как мало. Водички. Дальше мы с вами выполняем толчковый швунг. Либо просто швунг. Берем гантели, чуть подседаем и выталкиваем их наверх. Задача выполнить 30 повторений. То есть вы немножко подсели, и за счет инерции, за счет взрывной силы ног выталкиваете гантели наверх. Очень интересная тренировка, конечно. Не знаю, кто доживет здесь до конца. Есть! Фу! Жесть! Я только начала тренировки, что дальше будет? Еще 2 раза выполняем это же упражнение. Швунги. Поехали! Исходное положение у нас гантели у плеча, на плечах, и выталкиваем. Подсели, вытолкнули. Можно быстрее. Давай, давай, давай. Как ваши плечи там? Нормально? Мои уже забиты. Отдыхаем, если может, 10-секундный отдых назвать отдыхом. Поехали дальше. Старайся ловить мой темп. По сколько килограмм у тебя гантели? Напиши мне в комментариях. Еще 10 мне осталось. Да! Фу! Было непросто. Вообще непросто было. Следующее упражнение у нас бёрпи. Просто можно сделать 15 бёрпи.
так просто. Каждый считает свои повторения. Еще чуть-чуть. Терпи, терпи. Мне еще 4 осталось, а тебе сколько? Жестко. Еще раз. 15 бёрпи. 10 буду молчать, извините, не до разговорчиков в строю. Честно. Давай. Прыгай 10. Если тебе тяжело, 15. Почти закончила. 14. Отдыхаем минуту. Пьем водичку, восстанавливаем дыхание. И возвращаемся ко мне. Будем продолжать. Кто-нибудь встаньте меня? Кто-нибудь? Самое обсуждаемое упражнение в комментариях. Поприветствуем. Вы, наверное, сейчас меня проклянете, я не буду говорить. Ирка, да поставь ты в конце, ну что ты? Ложимся! Группировка! Прыжок! Посередине тренировки травмируешь народ, нет же? Супер! Кайф! И прыжок! Давай, 3 секунды! Прыжок! Ирка, 3 тренировки уже до детского сада. Больше их не будет. Чуть не упала еще вдобавок. Опозорилась бы сейчас перед вами. Продолжаем нашу тренировку. Следующее упражнение у нас — рывок гантели. Нам нужна будет всего лишь одна гантеля. Будем ее рвать по перемене. Сначала на одну руку, потом на другую. Тоже разгоняем здесь ногами ее наверх. Выталкиваем не вот так, а именно с разгоном. Задача — выполнить 20 повторений. И отдыхаем. Спинка натянута, прямая.
Я закончила. Есть. Фух. Отдыхаем. Тоже это же упражнение повторяю вторую и третью минуту. Начали. Ставили здесь плечо. Здесь мы дышим чаще, чаще, чаще прямо. Не так вдох-выдох, а прямо дышите, дышите. Как можно вдохов, выдохов делайте, будет вам проще работать. Поехали. Последний раз. У меня, если ты не доделал, 20 повторений доделывай. Фух. И двигаемся дальше. Еще одну минуту делаем рывок гантелей. Дальше у нас будет упражнение на пресс, складка. Упражнение будет без веса. Достаточно такое тяжелое. Для меня 20 повторений должны выполниться. Давайте, давайте, давайте поработаем. У меня последние разочки уже. Есть. Фух. Откладываем гантели в стороны для информации для тех, кто уже закончил. Ложимся на коврик. И выполняем складку. 20 повторений. Ножки стараемся, чтобы были прямыми. Задача коснуться носочков. Вот не просто, я вся мокрая просто. Отдыхаем. Нормальное упражнение по сравнению с теми жвунгами и бёрпи в первом блоке. Фух. Хотя, зря так сказала, потому что дальше будут растеры. Такое себе удовольствие, я вам скажу. Продолжаем. 20 складок. Десять, Ирка, давай. Фу. Десять. Мама ми. Вынеси меня отсюда. У меня осталось 15 секунд на отдых. Фух, вот горячая тренировка. Лера, ты уже пожалел, что ее открыл, да? Так я давно тебя не мучила, кстати. Продолжаем. 20 складок. Шесть только. Ужас. Продолжаем, отдыхаем и продолжаем. Еще три раза. Фух, давай. Раз, два,
10 секунд, у меня осталось всего лишь на отдых. Следующее упражнение у нас будут трастеры. Это приседаниями. Приседания с гантелями у плеч. Жим их наверх. Вот так. Выполняем 20 повторений. 3. Отдыхаем. 15 секунд я заработала. После этого блока мы отдыхаем минуту. Поэтому давайте потрудимся. 5 секунд. Вторая минута. Трастеры. Здесь разгоняемся с ног и выталкиваем гантели наверх. Блин, меня щекочет пот. Как нечестно. Еще 10 не осталось. Уже 200 калорий. Уже, Карл, 200 калорий мы сожгли. Лучше бы я все-таки остановилась на 5 килограммах. Я когда выбирала вес, в тренажерном зале думала, да что там эти 5 килограмм. А сейчас вес как чувствуется. Отдыхаем с тобой минуту, дышим, восстанавливаем дыхание, потом продолжаем. У нас с тобой будет третий заключительный блок. Увидимся на третьей части. Ничто не стоит на месте, и даже наша тренировка. Мы двигаемся дальше. Уже третий блок. Как уже? Вы, наверное, думаете, Ир, ты прикалываешься сейчас над нами или что? Первое упражнение в третьем блоке – это взятие двух гантель и толчок. Нам нужно выполнить с вами 15 повторений. С пола берем и толкаем. Гантели должны касаться пола. Раз. Толчок. Пять.
5 повторений мне осталось. Подсаживаемся и выталкиваем. Есть. Говорю, гантели должны касаться пола, а у самой-то не касаются. Я поставила коврик, потому что здесь ламинат меня выгонит вообще отсюда. 5 секунд. И мы начинаем вторую минутку взятия толчок. Хорошо. Поехали. Раз. Разогнались. Вытолкнули ногами. Вот так. Сегодня очень малословно, если вы успели заметить. Ну, очень тяжело выполнять и разговаривать. Здесь нужен рот, чтобы дышать больше, чем для того, чтобы разговаривать. Фух. Третья минута. Фух. Наступит через 5 секунд. Заканчиваем с этим упражнением. Взятие и толчок. Продолжаем, продолжаем. Последний раз. Отдыхаем. Фух. 15 секунд на отдых. И дальше мы выполняем с тобой 20 отжиманий. Отжиматься будем не строго, а волной. Начинаем. Спустились. Волной поднялись до высокой планки. Точно так же в этой последовательности спускаемся вниз. Здесь выдох наверху. Последний раз. Ноги потные, скольжу по полу здесь, как вот это на льду, корова на льду. 9 секунд, почему так время быстро проходит? Продолжаем, 20 отжиманий. Руки уже забиваются. Вдох, выдох, Ира, продолжай, давай. Ты сможешь. И ты сможешь, мой дорогой друг, который выполняет со мной вместе эту тренировку. Посмотрите на меня. Класс. Это высокоинтенсивные тренировки, ребята. Это функционалка. Это тебе там не какая-то качалка. Поехали. Третья минута. Отжимаемся. Еще 10 раз осталось. Доделайте кто-нибудь за меня. Поехали.
Никто не сдается. Вот дальше будет адское упражнение. И сейчас еще можно потерпеть. Обнадежила, скажешь. Успокоила. Есть. Ребята, мы заканчиваем этот ад. У нас последние 3 минуты упражнений. Дьявольский жим он называется. Почему он так называется, вы сейчас поймете. Упор на гантели. Откинули ноги, сделали отжимание. И жим гантелей наверх. Делаем 10 раз. Гантели могут выходить между ног или вдоль ног. Пробуйте так и так. Выбирайте, как вам будет легче, проще. Десять раз всего лишь, но они нас убьют. Секундный отдых, это что такое? Где справедливость? Идем дальше. Отжались, прыгнули и жмем гантели наверх. Раз. Поехали, поехали, еще чуть-чуть осталось, мы заканчиваем. Последняя минута. 10 дьявольских жимов и все. И все. Начали. Можно я слово буду считать? Ладно, не буду, чтобы тебя не сбивать. У каждого из нас свой темп, своя физическая подготовка. Последние 2 раза остались. Если ты уже доделал, браво. А я еще как улитка плетусь за тобой. Наверное. Есть! Тренировка у нас позади. Было сегодня очень непросто. Если тебе понравилась эта тренировка, нажми на лайк. Мне будет очень приятно. Но также не торопись выключать это видео, потому что сейчас мы с тобой чуть-чуть потянемся. Вот она, наверное, самая долгожданная часть сегодняшней тренировки – растяжка. Садимся на ягодицы, раскидываем ноги в стороны. Я вся мокрая, чтобы вы понимали, у меня ноги, живот – все мокрое. И тянемся к левой ноге. Голова стремится к колену. Стараемся ноги не сгибать в коленном суставе. И максимально в это же время приблизить голову к колену. Стоим еще 10 секунд. Отлично. Медленно опускаем ножку. И тянемся к другой, к правой ноге. На одну ногу потянешься, и на другую начинаешь тянуться хуже. Допустим, мне сейчас налево хорошо потянулось, правую не могу спуститься.
Нога не сгибается в коленном суставе, еще раз говорю. И голова тянется, тянется, тянется. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили, тянемся в центр. 10 пружинок делаем. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ложимся на один бок. Голову можем поставить на руку. Сгибаем ногу в коленном суставе. Пятка у нас давится в ягодицу и тянем четырехглавую мышцу бедра. Стоим. Хорошо. На другую сторону. Обхватываем себя за носок. Ноги прямые. Колено смотрит четко вниз. Тянем. Не стесняйтесь, ребята, надавить себе пяткой на ягодицу. Не стесняемся. Хорошо. Уходим в позу кобры. Прогиб поясницы. Тянем прямую мышцу живота. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уходим в высокую планку и в позу собаки мордой вниз. Пяточки у нас касаются пола. Чувствуем здесь, как у нас тянется задняя поверхность бедра. Пояс, расслабляемся, стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Дальше мы с вами потянем трицепс. Одна ручка у нас входит перед собой, вторая ее за локоть, там где он начинается, тянет ее к себе. 5, 4, 3, 2, 1. Эта же рука у нас уходит назад, тянем за локоть вниз. Растягиваемся. Боже, как классно после такой тренировки подтянуться. Когда ты понимаешь, что все уже, все самое страшное позади. Меняем руки. Кстати, за сегодняшнюю тренировку мы с вами потратили 449 калорий. Ты понимаешь? 449, 450 калорий. Офигеть. У меня рост 170, вес 64,2 утром был. Это мои плеометрические данные, и исходя из них, высчитывается, сколько калорий ты тратишь. Если ты запустишь свои часы, не факт, что ты потратишь столько же, сколько я, потому что нужны много данных, как правило, чтобы вес тела, возраст, рост. Поэтому так. Хорошо, и потянем напоследок предплечье. Руки разворачиваем тыльной стороной и отклоняемся назад. Здесь должны быть неприятные ощущения в этой части. Если тебе понравилась тренировка, обязательно поставь ей лайк, потому что это моя самая большая мотивация снимать для тебя новые и новые тренировки чаще. А также подписывайся на мой канал. Мы с тобой обязательно подружимся. Ну что ж, на этом все. С вами была Синдерина 1. До новых встреч!